Приветствую! Я обнаружил, что существуют бинокли с малым увеличением, но широким полем зрения. В такие бинокли очень интересно наблюдать созвездия, искать туманные и слабо светящиеся объекты в небе, которые на пределе человеческого зрения, например, кометы. Такой бинокль лучше старых театральных биноклей, если взять с собой в театр, на концерт или спортивное мероприятие. Я почитал восторженные отзывы счастливых обладателей, почитал о недостатках и загорелся приобрести это чудо. Покупкой доволен? Расскажу все по порядку. Вашему вниманию модель бинокля от SV Boni SV-407. Подробные характеристики вы сейчас можете видеть на экране. Диаметр объективов 42 мм. Межзрачковое расстояние от 55 до 76 мм. Диаметр выходного зрачка 19 мм, а расстояние 9. Видимую звездную величину обещают 9,8. Вес 375 грамм. В руках чувствуется солидная вещь. Линзы имеют просветление. Перед объективами есть резьба под 2-дюймовые фильтры. Например, это может быть фильтр Moon and Sky Glow. Плавно настраивается фокусировка на каждый глаз отдельно и не сбивается при наблюдениях. Если вы носите очки, они вам, скорее всего, не понадобятся, так как вы сможете настроить фокусировку на каждый глаз. Да и в очках смотреть в этот бинокль будет не очень удобно, так как для достижения максимально широкого поля зрения нужно зрачки глаз располагать максимально близко к линзам окуляра. В передней части прячется резьба под крепление бинокля на специальный адаптер для крепления бинокля на штатив. Но, как по мне, вес бинокля в 375 грамм не так велик, чтобы его устанавливать на штатив. В комплекте тряпичный чехол с затяжкой, веревочка, петля на бинокль и защитные резиновые колпачки, которые у меня постоянно спадают с бинокля. Этот бинокль интересен в первую очередь любителям астрономии. У кого ухудшилось зрение? У этого бинокля не увеличение главное, а компактность и широкое поле зрения. Те, кто немного в теме, могут спросить: может, БГШ проще купить на вторичном рынке? То есть старый добрый советский большой театральный бинокль. Я БГШ в руках не держал, но во время выбора прочитал немало сравнительных отзывов, в которых сообщалось, что у БГШ линза окуляра меньше, что современные аналоги дают лучшее качество изображения. Расскажу про то, как наблюдать в такой бинокль. Одни из самых ярких впечатлений – наблюдение звездного неба в безлунную ночь. Привычные созвездия выглядят совсем иначе. Видно то, чего ты не видел никогда ранее. А широкое поле зрения позволяет полностью увидеть многие созвездия. Даже при том, что у меня опыт наблюдения неба больше 20 лет, я наконец-то понял, как выглядят многие созвездия, как их представляли наши предки много столетий назад. При ночных наблюдениях, если яркая звезда не на оси поля зрения, то заметна кома. При наблюдении в такой бинокль рекомендую смотреть по центру поля зрения. И если вы хотите посмотреть, например, правее, то не глаза поворачивайте, а голову вместе с биноклем. Таким образом, ваше зрение всегда будет сфокусировано на звездах в центре поля зрения, а боковым зрением вы будете видеть остальные объекты и звезды. Таким образом, не так заметны оптические искажения. Конечно, не забывайте, что при наблюдении звезд и созвездий глаза должны адаптироваться к темноте, что происходит в течение нескольких минут и даже десятков минут. Этот бинокль не подходит для наблюдения Луны, планет. Но вот яркие туманности и звездные скопления он может помочь найти среди созвездий. Как я уже упоминал, вы можете взять такой бинокль с собой в театр или на концерт.
Он добавит вам впечатлений от наблюдаемого на сцене, это точно. И в то же время не будет привлекать к вам большого внимания окружающих людей, так как не похож на большой и длинный бинокль, а похож на довольно распространенный, но чуть больше, театральный бинокль. Я всем рекомендую приобрести подобный бинокль, но предостерегаю от импульсивных покупок, ведь вещь не дешевая. Вы должны понимать, что вы покупаете. Ссылки на официальный магазин даю в описании под видео. Напоминаю, что если вы подпишетесь на новости магазина в AliExpress, у вас есть возможность купить этот бинокль с хорошей скидкой. У этого продавца всегда есть купоны на главной странице магазина. Так что рекомендую смотреть в приложении AliExpress для смартфонов. В очередной раз я вас предостерегаю. В этот бинокль смотреть на солнце категорически запрещено. Берегите свое зрение. Берегите зрение всех, в чьи руки может попасть этот или другой оптический прибор. Дети, ваши близкие, друзья, будьте осторожны. Наблюдение солнца без специальных фильтров может лишить зрения навсегда. Будьте осторожны. Желаю всем ясного неба и новых открытий!